Добрий вечір, любі глядачі. В ефірі програма «Арт-простір». З вами я, Галина Щерба. На початку грудня минулого року у нашому тихому місті відбулася неймовірно потужна музична подія. 10 рок-команд і джазовий оркестр зійшлися у непримиренній битві. Хто ж заварив цей потужний коктейль? Це наші гості – Володимир Алєксєєв, Тетяна Орлова і Антон Артамонов. Вітаю вас у нашій студії. Добрий Дуже день. Раді бачити. З неймовірно цікавої нагоди, і ми про неї розкажемо, але спочатку пропоную нашим глядачам познайомитися з вами поближче. У наших візитних картках ми розкажемо про наших гостей все і навіть більше. Отже, спочатку представляємо Володимира Алєксєєва. Володимир Алєксєєв – голова Миколаївського джаз-клубу, маестро в перформанс-біг-бенд, завідувач відділом Миколаївського державного вищого музичного училища. Навчався у Донецькій музичній академії імені Сергія Прокоф'єва, організатор численних джаз-фестів і конкурсів. Улюблена справа – музика, хобі – швидка їзда на мотоциклі. Ну, а тепер час представити нашу чарівну Тетяну Орлову. Тетяна Орлова – співачка, солістка перформанс-біг-бенд. Лауреат чисельних конкурсів, на сцені з 4 років. Зараз викладач вокалу у Миколаївському державному вищому музичному училищі. Хобі – тренер стрип-пластики, а також байкерша. І ще одна візитна картка на нашого потужного голосистого гостя Антон Артамонов. Антон Артамонов – музикант, соліст німецького гурту «Вагніс» та аргентинського «Childs of Agony». Учасник одного із всеукраїнських пісенних шоу. Брав участь у записі рок-опери «Окситанія». Немає освіти вокаліста, але рве зали своїм голосом. Саме музику вважає власними і професією, і хобі. Отже, такі талановиті і потужні гості у нашому ефірі. А ми зібралися з нагоди того, що в нашому місті ще є чудовий час для того, щоб зібратися усім шанувальникам і рока, і джазу, і вирішити, хто ж все ж таки більш потужний, більш музичний, більш голосистий і більш харизматичний. Це правда? Володя. Да, думаю, правда. Но на самом деле, так мы говорим сегодня о битве рока против джаза, то сложно выявить, что лучше, потому что ну, кто-то любит одно, кто-то любит другое. Мы замахнулись на святое и решили соединить несоединимое. Вроде бы получилось, и людям это нравится, это интересно, и поэтому мы делаем второй концерт на бис, потому что не все, кому это интересно, смогли попасть 2 декабря, поэтому попадут 24 февраля в Николаеве, а 23 февраля даже Херсон посмотрит, как же это совмещать рок с джазом. Саме для цього ми з вами і зібралися сьогодні, щоб проанонсувати ось цей концерт, який відбудеться рівно за тиждень. І що це буде, давайте подивимося у тізері, правда? Yeah.
нас тут жива дискусія ведеться, все ж таки... Нам інтересно просто... Хорошо, ребята, побачити граю. Себе зі сторони, так? А я думала, ви все ж таки продовжуєте з'ясовувати, хто круче, хто більш круті, рокери чи виконавці джазу, Таня чи Антон. Чи є у вас такий? У вас відбувся вже перший концерт, так? Да. В минулому році. Вже час минув і можна вже зробити такі висновки спокійно. Чи все вдалося задумане? Чи вдалося справді створити інтригу, ось таку музичну інтригу? І чи це справді відбулося шоу, яке ніколи ще не бувало, якого ніколи не бувало в нашому місті? Таня, що ти скажеш? Я думаю, все вийшло як нельзя лучше. Дійсно, шоу було замечательным. И исполнители, что самое главное, получили море удовольствия, и зрители в том числе. То есть, ну, когда идет обмен такими положительными энергиями из зала на сцену, со сцены в зал, то это дорогого стоит. Это круто. И, в принципе, мы не боролись, как можно решить, кто круче, я или Антон. Все очевидно. Дело в том, что мы с Антоном поем несколько дуэтов в этой программе. И я, например, вот очень счастлива, что вот мне действительно выпала возможность с таким вокалистом выступить и спеть это в дуэте. Вот он говорит, что я это взаимно. Я лишний в этом диалоге. Владимир, вы дирижируете. Антон, вам так. Можно смело заявить, что все прошло классно. Потому как народ стоял, пел песни вместе с нами. Это было очень приятно и вокалистам, исполнителям, музыкантам, и зрителям в том числе. Был контакт, но все получилось, все супер. Мы надеемся, что вот в этот раз, который будет у нас в Николаеве, в Херсоне, еще раз все пройдет, ну, не хуже, как минимум. А можно еще лучше? Да, я думаю, что будет лучше, потому что, как бы, когда мы готовили тогда на 2 декабря, было еще много разных событий, и очень в экстренном режиме шла подготовка. Грубо говоря, то есть... Разница в два дня, на самом деле никто об этом не знает, но это все из-за Антона, потому что у него 3 числа он улетал в другую страну, и надо было успеть до его отъезда, и реально мы за месяц с нуля как бы делали все за это. За месяц? Да. Концерт? То есть вся музыка, как бы, которая вот играет оркестр, это все писанные аранжировки, бессонные ночи, репетиции многочасовые, потому что 10 коллективов собрать в одном. Вот, Володя, имея много других своих проектов, не спал месяц и писал аранжировки. Ну, не месяц, там, но где-то, да, пару недель бессонных ночей, Таня знает. Ты как зомби вообще, действительно, это было так, и вот человек, который это все создал. От Володя перед концертом, перед нашим ефіром я з ним спілкувалася, він наголосив, що от ви кожен з вас автор ідеї. Це, неймовірно потужна ідея, якщо вона прийшла в голову одразу 3 таким харизматичним людям. Ви її побачили однаково? Чи що це було? Це був якийсь сон, це був якась маячня, про яку ви ходили, думали, а потім вона стала реальністю і вийшла круто насправді. Що це було? Як народилася ідея? Чи вона виношувалася роками? Таня, я бачу, що... Все із-за них, насправді. Так, я бачу, що точно, хто тут маестро? Крайні ви нашли. Хто показав? Спочатку на Антона показав, тепер Таня. Да, дело в том, что мы с Антоном встретились и поняли, что вот мы, оказывается, нужны друг другу. Нужны друг другу, да. Вот. И как раз Антон мне встретился в тот период жизни, когда я уже настолько наджазовалась, что мне уже хотелось вот чего-то нового, какого-то свежего глотка в творчестве и так далее. И я вот на этой своей рок-волне, вот абсолютно, и тут вдруг Антон. Значит, он рок-вокалист, он поет метал. И вдруг мы встречаемся, и мы начинаем обсуждать, а что бы нам такое спеть? Я начинаю Антону рассказывать, что я вот солистка перформанс биг-бенда Владимира Алексеева. Антон про меня не знал, я про Антона не знал. Ну, я не рассказывала им друг про друга. Таня скрывала нас. Я скрывала их, да. Вот, и получилось так, что... Антона заинтересовала вот моя, например, творческая жизнь, да, в плане того, что вот есть оркестр, есть такой вот Владимир, который руководит этим биг-бендом и наши проекты. И вот Антон говорит, слушай, а что если соединить вот heavy metal наш, да, и вот джазовый оркестр, такого еще не было. Соединяют рок с симфоническими оркестрами, там, да, симфо-джазовыми. Ну вот так, чтобы это был чисто вот биг-бенд, джазовый оркестр.
оркестр. Такого еще не было в Украине, во-первых. Ну и не только в Украине, на самом деле. То есть, ну, вы не найдете аналогов даже, ну, в мировом пространстве, в том смысле, что, может быть, это элементы какие-то присутствуют, но это в порядке эксперимента. То есть, но не это не носило не целыми характер, программами, да, может, как так, шоу. Так, то есть, это просто, один может быть, одна номер, изюминка. Да. Да. Но вы долго думали, пока минут стало 20, до работы? Да, мы думали, Антон. Ну да, наверное. Они не говорят, то есть, они вот начали, Таня с Антоном, то, что вы там подумали. Немножко, потом да. Она мне говорит, слушай, говорит, вот ты была на концерте одного, говорит, такой классный парень, говорит, вообще о нем никто не знает, типа, ну как бы, да, ну, вот. Да, ну, да, всяком... да, я всегда думаю, если я первый раз увидела, значит, да, никто думала, не знает, никто а никто его, оказывается, знает. Знают все, у него там миллионные просмотры на Ютубе, он меня покорил, да, я была на одном из концертов, он выступал, с кем ты выступал? А ты про какой концерт говоришь? А вот был концерт весной прошлой. А, с Джоном. С Джоном Белоусовым, да. Да, на металл-концерте. Да. Вот, и пел, то есть пел там, да, вещи, вот на меня просто покорило, я его... Ну, ничего себе, вот и как-то рассказала. Таня говорит, пришла по впечатлению, говорит, такой, говорит, классный, говорит, парень, говорит, я его никогда не видела, не слышала, как круто поет, вот бы там с ним что-то сделать, да, то есть как бы, и вот с этого момента прошло каких-то там даже пару месяцев, с весны до, когда, наверное, летом, да, летом мы познакомились с Антоном. А мы с Антоном в сентябре перед первый раз поговорили, города, да, да, перед днем города. Да. І відразу вже за декілька місяців і втілися в життя, ну, і ідея. Так? Ну, на самом деле, виходить, как бы, ми з Антоном он не знав нічого обо мені, я не знав нічого о ньому, то есть ми пообщались. Це там, доля, как бы, так? Вот, да, 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 було інтересно. То есть Таня как бы послала таким связующим звеном в этом отношении. И мы готовили изначально, суть была в том, что мы готовили концерт ко дню города, и бы речь о том, чтобы просто сделать совместную песню. То есть хотелось, идея была то, что на дне города показать не только, вот как обычно это всегда было, да, то есть, ну, есть какой-то типа формат выступлений. Вот это люди, people хавают, а это не хавают. А мы решили намешать кучу всего разного. То есть, например, никогда не выступал певец и пел бардовские, и не пел бардовские песни на дне города. То есть мы подтянули Сашу Волкова, да, которого тоже, в свою очередь, рассказал мне о нем Антон. А сейчас мы с Сашей очень большие друзья, и уже не один, ну, как бы были еще концерты уже, которые там где-то ему помогали проводить. Так же самое, да, то есть никогда не звучал метал, и тем более метал-опера, это не очень популярный жанр, но он прозвучал на дне города для многотысячной, ну, многотысячной толпы зрителей, и она, эта песня, зашла. Оцінила, я, то есть я и люди подпевали, они вместе с нами. Обговоривали потом, да, в соцмережах, да. Дуже довго. Вот, то есть и после этого, После этого, вот они сидят, вот молчат тихо на самом деле, они говорят, давай сделаем концерт, вот, еще вот такой, как бы, только большой, а я говорю, ребята, ну как это давайте сделаем концерт, это, ну, надо его делать с нуля, надо писать там музыку, у меня времени нет, у меня джазовый фестиваль, там 10-й джубилей у нас был 29 ноября, а он говорит, так я уезжаю 3 декабря, а говорю, там у меня джубили 29-й, я не... Он говорит, нет, ну давай успеем. И, короче, они несколько раз, Таня дома меня там, давай сделаем. Я говорю, я не могу, там, не, некогда. Потом Антон говорит, давай сделаем что-то. Короче, они меня уломали и... Хочешь сделать, да, добро, сделай сам, называется. Да, ну, как бы, да, то есть, и мы реально делали, то есть они были очень такими вдохновителями на то, чтобы делать, каждый со своей стороны. Это они сейчас тихонько сидят. Они сидят тихонько, а да. А я пропоную зараз всегда их послушать, как они не дуже тихо, а даже дуже голосно выступали 2 грудня. Давайте подивимося.
би на концерті побували, оце енергетика, оце вогонь. Скажіть, будь ласка, вам вдалося все ж таки розділити фанатів двох стихій, оцих рока і джаза, чи навпаки об'єднати їх? Вдалося направити в мирне русло ту енергію? Да, нам удалось их объединить и вообще чи собрать всех. Чи кожен залишився при своїй думці? Нет, ни в коем случае. Многие поменяли вообще направление. Рокеры стали рокерами. Да, многие ушли из рока в джаз. Да, многие ушли из рока в джаз. Да, кстати, на самом деле объединили. А на самом деле реально люди познакомились у нас на концерте и обменивались впечатлениями. То есть было очень много людей, зрителей, которые являются постоянными посетителями наших джазовых концертов. И они были под впечатлением, то есть они привыкли видеть биг-бенд в абсолютно другом амплуа, Владимира в абсолютно другом амплуа, его музыкантов. Вот. И то, что они увидели на этом шоу, они, о, да вы еще и так умеете, в общем. Антоне, а ваші фанати, ось рокери істинні, такі брутальні. Що вони сказали? Що вони сказали? Будуть слухати джаз? Я не знаю, ну, по поводу джаза ничего не говорили. Ничего говорили не насчет конкретно этого концерта, что музыка, метал-музыка, рок-музыка, это все равно, ну как, это красивое музыкальное произведение, там та или иная песня. Когда она усиливается красотой джазового оркестра, это получается такой симбиоз, который, ну, не знаю, как волной энергии, что ли, накатывает на тебя, и народ кайфует. Я видел лично это по реакции, вот по лицам людей, которые там стояли, им было в кайф. Ну, це було здорово, поэтому, хіба да, можна було стояти. Енергія, мені здається, ось та лавина зносить, просто потужна зносить. Дело в том, что это ж не все так просто. Влияние вот инструментов, да, инструментарий, да. Например, медь духовая, это все-таки, как ни крути, а подъем духа такой, что да. Всегда да, все время так. Играет роль. Огромно. Чи потрібно Миколаєву ось такі заходи проводити? Чи потрібно дарувати глядачу? Чи є глядач для таких концертів? Чи є попит на них? Я думаю, 100% есть, потому что это показывает, ну, то, что людям интересно, и люди хотят чего-то нового. То есть многие, например, говорили о том, что нам интересно. То есть мы занимаемся джазовыми концертами и около джазовой музыки, да, вот джаз-клубу там уже ну, почти 10 лет. И многие, например, люди шли на этот концерт, потому что говорят, нам это интересно, это что-то новое. То есть, и это очень здорово. То есть, нужно ли, были люди, которые со скепсисом к этому относились. Ну, и как бы, у вас ничего лично не выйдет? Нет, они не так говорили, просто как бы, ну, непонятно, что это такое. Рок против джаза. Причем здесь как бы джаз и рок, это вообще как бы линии, они обычно никогда не редко пересекаются. Есть стиль джаз-рок, но это немножко другой. Вот. У нас же было здорово то, что после того, как концерт прошел, и те люди, которые не попали на концерт, они услышали отзывы о тех, кто был, и они сказали, да, блин, многие жалели о том, что не пошли. Из тех, кто был, многие хотели, поэтому мы делаем концерт вот на бис. То есть многие думают, что это вторая часть, ну, так говорят, типа, что вторая часть. Это не вторая часть. Вторая часть будет позже, будет осенью, а это просто тот же самый концерт на бис. Ну, не только что Олег Винник на бис концерты делает, мы тоже можем. Дякую вам. И людям это надо, да? Мы смеялись, то, что многие люди... За что ты так, Олег? Ну, просто как бы есть люди, которые, в моем понимании, то есть, если я пошел уже на концерт, я второй раз как бы, ну, не знаю, может быть, это пока что, не пойду. Мне еще передачи были вести, вы меня насмешили теперь на целый день. Вот, а так получается, а некоторые люди говорят, мы были на первой бите и уже взяли билеты на бис. Я говорю, так это ж то же самое. Мы все равно хотим пойти. Я думаю, ну хорошо, Олег, привет. А от миколаївський глядач, він якийсь інший? Ви бували з концертом, ви повезете ось цю програму в Херсон, а потім, я думаю, що і далі продовжите мандрувати. Але кожен з вас бував у різних містах. Чи є у миколаївського глядача, і навіть країнах, так, чи є у миколаївського глядача своє обличчя? І яким ви бачите його зі сцени? Давайте спросим Антона. Он в разных странах был и пел. Тихенько ему... сидит, але но тихенько поет. Мы почули. А какой вопрос был? Все гаразд. Лицо николаевского зрителя в сравнении со зрителями других. В Германии. Копенгаген. Ну как, я не скажу, что сильно чем-то отличается. Людям либо нравится, либо не нравится. Вот николаевскому зрителю явно понравилось то, что было 2 числа. На другие концерты, которых я вот выступал в Николае, это было давно, честно говоря, но я помню по реакции тоже, что было все окей, все здорово. Народ любит концерт, народ ходит на них.
Народу нужно это, потому как в наше такое непростое, нестабильное время где-то надо находить чью-то душу. И, вероятно, творческие люди тем, ну, своим творчеством несут ту самую душу для зрителя. Вот. А отличается ли от других стран? Ну как, вероятно, в Европе чуть более развязные люди, скажем так. Это хорошо. Я выступал на метал-концертах, и там, ну, нужно быть развязным. Вот. Может быть, нашему зрителю немножко не хватает этой свободы, но я думаю, что это придет со временем. Таня, яким ви бачите миколаївського глядача? Я вже представила розв'язаних європейських зрителів. Я тебе фотки покажу. Ні, ну ти ж виступала в Молдавії, ти ж то не пам'ятаєш? Молдавію не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Молдавію я, звісно, пам'ятаю. Да, но дело в том, начало. Что... Начало, да. Начало концерта. Я думаю, что наш зритель николаївський для нас самый лучший. Где бы мы ни выступали, это однозначно. Когда выступаешь в своем городе, и так, конечно, знаете, как стоишь на сцене, тебя ослепляет свет, да, вот прожекторов этих всех, фонарей сценических, сценического света, и ты практически не видишь. Но дело в том, что народ ломанулся вперед к сцене, естественно, как на всех рок-концертах, да, и тут ты уже видишь эмоции на лице, и все-таки, ну, эти люди, они, пожалуй, ну, самые дорогие, я ничего против не имею, там, других зрителей, да, наоборот, мы едем всякий раз в любой город и хотим сделать максимум из себя, выжать, потому что мы очень ценим тех людей, которые приходят. Но наши, вот николаевцы, это, ну, это как свои родные, самые любимые, что ли, вот так. Ну, то можно запросить просто зараз усіх на концерт, який відбудеться вже дуже скоро, рівно за тиждень. Да. Вот на самом деле я хочу сказать, что наш зритель, да, вот говоря об этом, он на самом деле особенный. Вот люди, которые в Николаеве, которые ходят на наши концерты, мы, ну, во многих городах выступали и не... Ну, объездили всю Украину, и с разной абсолютно музыкой. Я могу сказать, что в Николаеве всегда вот концерты, которые мы делаем, и те люди, которые приходят, это вот как, ну, ну, скажем так, и лакмусовая бумажка одновременно. И это самая строгая критика, и в то же время самая искренняя эмоция, которую нам дает вот, ну, наш николаевский зритель. Нам очень приятно, когда мы что-то делаем, и люди реагируют. Если что-то не так, всегда кто-то там напишет или не, ну, скажет. То есть мы, ну, стараемся держать контакт. Если что-то понравилось, также искренне об этом поделиться. Мы очень любим выступать в Николаеве. Нам очень приятно то, что, да, там, сейчас за неделю до концерта билетов фактически не осталось. Хотя этот концерт уже типа просто повтор того, что было там 2 месяца назад. Поэтому лично я очень люблю выступать в родном городе. И часто спрашивают, а не надоело ли там, или типа людям не надоело? Ну, наверное, не надоело людям, потому что, ну, раз они ходят и собираются полные залы, ну, наверное, это им интересно. И до тех пор, пока зрителям интересно, я считаю, что, ну, надо их ценить, уважать и давать им то, что они хотят, то, за что они любят. Вот, поэтому мы очень будем рады встретиться с николаевскими зрителями 24 февраля на битве рок против джаза на бис. А для тех, кто, например, не успел купить билеты на николаевский концерт, мы едем 23-го в Херсон. И там с удовольствием встретимся с вами в Херсоне, 60 километров рядом. В Херсоне очень людей тоже заинтересовало, но там это первый раз, не все знают, как это проходит, как это будет. Но уверен, что реакция будет такая же, как и в Николаеве. Так що, до зустрічі 23-го ілі в Херсоні, ілі 24-го в Ніколаєві. Я в цьому впевнена. І я думаю, що дуже легко передбачити реакцію глядача, якщо на сцені такі талановиті люди. І ми не встигли розказати про всіх, хто буде брати участь у цьому концерті, але ми можемо побачити їх зараз. Нам час прощатися, але ми подивимося зараз, як виступають на сцені всі ті, кого дуже скоро можна буде побачити у нашому місті і в Херсоні. Я дякую вам за те, що ви знайшли час завітати до нашої студії, за вашу потужну музику, за ваші чудові ідеї і чекаємо наступних ідей. А ви можете поділитися з нашими глядачами буквально за декілька, ну, за хвилинку своїми думками і своїми почуттями до глядачів. На прощання. Все з хорошим. Приходите на наш концерт, там будет круто. Це справді. Поддерживаю. Да. Думаю, что без вас мы никак не сможем. Действительно, без мы вас мы да. не сможем. Да, и мы вас очень любим. И спасибо большое за то, что уже так много лет вы цените то, что мы делаем. Это очень приятно, и это дорогого стоит. Это дороже всего, что может происходить, когда зритель любит исполнителя. Спасибо большое.
А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей в ефірі. Цілуємо, любимо і слухаємо музику. Пока. Knocking on.